Здравствуйте, мои дорогие зрители! С вами школа рукоделия и я Вика. Сегодня мы начинаем вязать жилет. Девчонки, сразу скажу, не обижайтесь на меня. В этот раз видео в одном размере. Что-то я растеряла энергию, какая-то я последнее время немного, как вам сказать, выжата. Нет у меня ресурса считать на размеры, как-то, ну, в общем, простите меня, вяжу в одном размере. Свои, как бы, предположения, советы и, как бы, рекомендации по поводу изменения размера в процессе я буду, конечно же, давать. Так что видео посмотрите. Вяжу на себя окружность бедер 100 сантиметров, рост у меня 170, так что ориентировочно, плюс-минус. Он такой свободный оверсайд, так что плюс-минус где-то SML размер вы можете смело вязать. Вот еще можете подкорректировать плотностью вязания. Значит, вот сейчас ставлю свою плотность вязания после ВТО. Пряжа у меня Yarnart Jeans Plus. Долго я, девчонки, вы знаете, заказывала я эту пряжу, пока вот мне хотелось попасть именно в то, что, ну, на самом деле, как бы, чтобы оно максимально приблизить модель к оригиналу. И вот остановилась я на вот этой вот пряже. Состав у нас тут хороший, 50% хлопок, 55% хлопок, 45% полиакрил. Вот такая приятная пряжа достаточно, и максимально, еще раз говорю, приближена к оригиналу. То есть выглядит она, а я образцовно вязала, наверное, штук 8 пряж пробовала и все-таки остановилась на вот этой. Вот. Для моих зрителей из Украины с удовольствием рекомендую продавца «Турецкая пряжа». Ссылка на аккаунт в Instagram под видео. Страничка новая, не пугайтесь, но она полностью под моим контролем и создана для того, чтобы обслуживать именно моих зрителей, которые перейдут туда, то есть чтобы можно было купить пряжу на ту определенную мою модель. Я постоянно на связи с девушкой, которая обслуживает эту страничку. Ассортимент будет регулярно пополняться, это все в будущем. На связи с вами будет прекрасная девушка Елена. Обратиться к ней вы можете не обязательно Instagram. У кого нет Инстаграма, под видео есть электронная почта, Viber, WhatsApp, номер телефона. Как вам удобно, пожалуйста, обращайтесь. Это мои проверенные контакты, так что не пугаемся. Я на связи, я консультирую. Поэтому задавайте вопросы, мы с ней будем обговаривать. На вопросы, которые она не сможет ответить, в любом случае я на связи, я проконсультирую по поводу моих моделей, я имею в виду. Все последующие модели на моем канале будут связаны из турецкой пряжи. То есть из пряжи турецкого производства, для того, чтобы все могли эту пряжу в любой стране приобрести, не только в Украине. В Украине я, как бы, рекомендую продавца. Если вы продавец в любой другой стране этой же пряжи, пожалуйста, ко мне обращайтесь. На страничке в Instagram будут регулярные розыгрыши, лотереи на пряжу, скидки. Это все планируется. Так что, девчонки, переходим, подписываемся, следим за аккаунтом и приобретаем пряжу. Не обязательно, можно то просто участвовать в розыгрыше. В общем, следите за новинками. Все полезные и нужные ссылочки под видео в описании. Сколько пряжи уйдет, сейчас я вам напишу. На данный момент я пока этого не знаю. Вяжу жилет сейчас, тоже сразу скажу по поводу рукава. Если нужен вам вот этот вот трансформер, чтобы отстегивался рукав, я досниму еще одно видео и доделаем мы этот джемпер как трансформер. Ну, то есть джемпер с отстегивающими рукавами. Пока это будет жилет, вот это вот данное видео, а там разберемся. Значит, на жилет, я так предполагаю, 6 мотков, не больше. Вот нам нужно теперь по спицам. Спицы я тоже оставлю ссылку под видео в описании, которое я использую, потому что очень часто спрашивают девчонки. Я чем дальше этим вяжу, тем, вы знаете, все более позитивное мнение у меня об этих спицах. Они достаточно бюджетные по сравнению с теми дорогими, которые предлагает интернет, да, наборы. Эти бюджетные и нормальные. Вот правда. Мне с ними хорошо и удобно. Значит, 3 размера спиц. 3 миллиметра, 3,5 миллиметра и 6 миллиметров. 6 мы сразу пока откладываем.
Вот. И возьмем самые тонкие спицы, 3-миллиметровые. Набирать я буду 92 петли на резинку 1 на 1. Набирать буду опять моим любимым способом качели, для того, чтобы нитка не растягивалась. Это по вашим советам. Набираем на спицу тоньше и набираем 92 петли. Подробнее способ оставлю также ссылку под видео в описании. Здесь быстренько. Все. 3, 4, 5, 90, 91, 92. Так, теперь в конце. Вот постарайтесь сделать так, чтобы у вас осталась нить для сшивания. Потому что пряжа достаточно. Ой, я ж не сказала вам плотность пряжи. Сейчас скажу. Сейчас быстренько исправлюсь. Чтобы не было у нас лишних узлов. Вот, толщина, вернее, пряжи у нас в 100 граммах 160 метров. Вот, ориентировочно, если будете брать другую пряжу. Вот. Но вот другая даже при такой толщине, она так не ложится, как вот эта. Она так не выглядит. Вот. Ну, в общем, неважно, это уже вам решать. Значит, здесь мы видим, да, мы... где у нас изнаночная, где лицевая, первый ряд мы вяжем резинку 1 на 1 все теми же тонкими спицами 3 миллиметра, потом мы перейдем на 3,5. Способ самый простой, я считаю, этот самый элементарный набор петель для имитации фабричного края. Я не использую никогда ни набор с дополнительной нитью, с разными. Я использую вот этот вот метод и еще один мой второй метод, тоже оставлю вам ссылку под видео в описании. Тот лучше смотрится на для тонкой пряжи. Вот этот вот для тонкой пряжи не очень, ну хотя тоже он подходит, но он какой-то расхлябинистый получается. Этот идеальный для толстой пряжи, вот этот вот набор петель. А для тонкой вот тот второй. И вот я пользуюсь именно двумя этими способами. Никаких бросовых нитей, никаких двух пар спиц и никаких вот этих вот потом сложных манипуляций. У меня, все вы знаете, все максимально просто. Я пользуюсь только простыми, простейшими, доступными методами. Я люблю, чтобы вязание приносило радость. Я не люблю вот сесть и уткнуться в узор, да, сложный. Не люблю я таких как бы вещей, поэтому я все максимально упрощаю. Мне хочется максимального комфорта, максимального удовольствия от вязания, то есть включить сериал, вот, и под сериальчик повязать, а не как бы уткнуться в вязание и считать петли, считать узор. Вот этого я не люблю, поэтому и вам стараюсь предоставить вот такие вот модели, которые вы просто будете вязать в удовольствии. Старайтесь вот этот первый ряд достаточно тугенько провязать и петельки набрать потуже, а далее уже нормально. То есть просто, чтобы не был этот край такой расхлябистый. Так, все, далее я беру вот эти толще спицы и вяжу резинку. Перехожу на эти спицы и вяжу резиночку вверх сантиметров 10. Ой, провязала я 7 сантиметров, это у меня 10 рядов. Значит, здесь я обозначаю 10 рядов, 7 сантиметров. Теперь у меня идет распределение петель. Я корректировала узор. Он у нас теперь будет из 8 рядов. Вот так. И запуталась, хотела нарисовать смену, схему, вот смотрите, я запуталась. Сейчас я буду с вами вязать по новой, прям, и разбирать схему. Значит, сначала, вот оно распределение, давайте первый ряд, я вот, первый ряд у меня правильно, вот у меня будет, значит, итак, первый ряд. Сейчас я буду корректировать схему, потом вам выдам правильную, чтобы вам было понятно это. У меня здесь вот полосочка, я нарисовала вам распределение вот этих вот полос. Значит, что здесь особенность какая, что по краям у нас
3 петли, 3 полоска из 3 лицевых петель. Значит, здесь вот внимательно это распределение. 3 лицевые после кромочная, 3 лицевые, 2, 3. Изменение какое? Между узором, вот схему на, как бы на первый подробный, подробное описание этого узора я оставлю тоже. Ссылочка будет под видео в описании, но мы идем его по новой. Вот, как бы, поэтому в том первом узоре у нас здесь была одна изнаночная, в той первой схеме, здесь у нас идет две изнаночные. Вот, значит, 3 лицевые в начале ряда, вот вяжите прям за мной, 2 изнаночные, теперь 8 петель узора, вот они, 8 петель узора первого, вот этой полосы ажурной, вот они отделены. 8 петель узора у нас состоит, 2 лицевые, накид, 2 вместе, 2 лицевые, накид, 2 вместе. Теперь идет полоса, вот 2 изнаночные, отделение. Второй узор, а кстати я перешла на толстые спицы. Второй узор у нас состоит из 12 петель, вот они, 2 изнаночные, а вот здесь вот 12 петель. Почему вот у меня пробел, здесь петли нету? Потому что мы провязываем 2 вместе, и одна петля уходит. Из этих 12 у нас остается 10, потом они у нас восполняются в узоре, не пугаемся, вот этот квадратик, это пробел, то есть пустое место. Значит, 12 петель, из них мы вяжем 4 лицевые, 1, 2, 3, 4, 2 петли вместе лицевой, я поворачиваю с уклоном вправо, 2 петли вместе лицевой с уклоном влево и 4 лицевые. Вот и есть наши 12 петель, с которых осталось по сути дела 10, 2 из них спрятали сюда. 2 вместе, это было наши 12 петель, теперь 2 изнаночные, 8 петель узора, 2 лицевые, вот опять же эту восьмерку мы повторяем, накид, 2 вместе, 2 лицевые, накид, 2 вместе. Так, далее 2 изнаночные, далее снова вот этот узор из 12 петель, 4 лицевые, две лицевые вместе с уклоном вправо, 2 лицевые вместе с уклоном влево, 4 лицевые. Теперь 2 изнаночные, 8 петель этого узора, это 2 лицевые, накид, 2 вместе. Лицевые, накид, 2 вместе, 2 изнаночные, 12 петель лицевых второго узора, 1, 2, 3, 4, 2 вместе с уклоном вправо, 2 вместе с уклоном влево, 1, 2, 3, 4, 2 изнаночные, 8 петель узора, вот мы эти провязали, сейчас последние 8 петель узора, это значит 2 лицевые, накид, 2 вместе, 2 лицевые, накид, 2 вместе. Теперь 2 изнаночные, и в конце у нас тоже 3 лицевые. Я полностью продублировала вот то, что я считала с оригинала, вот у них точно такое же распределение петель. Почему я все-таки решила вязать в одном размере? Потому что я не знаю, как с этим узором, как у них другие размеры,
распределен этот узор. И вот я просто, моя голова сейчас не в состоянии это выдать, выдать решение именно как этот узор как бы там расположить. Вот. Поэтому все-таки я склонилась к одному как бы размеру. Вот. Единственное, что вы можете сделать, вот у нас идет по центру, будет одна большая вот эта коса, вторая большая коса, третья большая коса. И вот этих вот маленьких ажурных полосок у нас 4. Вот и в оригинале точно так же. Вот она. И в конце у них по 3 петли, которая потом превращается в планку. Там еще будут добавляться петли. Поэтому я полностью продублировала то, что у них. И вяжу один размер. Значит, далее, что у меня? Второй ряд. Так, я вот вам открываю второй ряд. Здесь у нас тоже пробел. Здесь у нас получается пока... этой одной петли нет. Изнаночный ряд, вот эту ажурную полосу мы вяжем, у нас узор, все остальное мы вяжем по узору. Это значит 3 изнаночные. Это каждый изнаночный ряд будет таким вот образом, то есть узор узором, все остальное по узору, эти ажурные полосы по схеме, все остальное как лежат петли, вот так вот, скажем так. Значит, 3 изнаночные, 2 лицевые. Здесь у нас 2 изнаночные, накид, 2 вместе изнаночные. 2 изнаночные, накид, 2 вместе изнаночные. Далее мы вяжем до следующей ажурной полосы по узору. Это у меня 2 лицевые, 10 изнаночных, потому что у нас они еще не восстановлены, эти 2. Две лицевые, и далее вторая ажурная полоса, 2 изнаночные, накид, 2 вместе изнаночные, 2 изнаночные, накид, 2 вместе изнаночные, 2 лицевые, теперь 10 изнаночных. 2 лицевые, узор 2 изнаночные, накид 2 вместе изнаночные, 2 изнаночные, накид 2 вместе изнаночные, 2 лицевые, 10 изнаночных. Последняя полоса 2 изнаночные, накид 2 вместе изнаночные, 2 изнаночные, накид 2 вместе изнаночные, 2 лицевые, 3 изнаночные. Так, третий ряд открываем, избушка. Здесь, смотрите, схему я не рисовала, потому что мы начинаем. У нас здесь схема всего из 2 рядов, вот эта ажурная полоса. А третий ряд у нас только здесь, вот как бы мы продолжаем. Значит, я здесь вяжу по узору 3 лицевые, 2 изнаночные. Здесь провязываю вот 2 лицевые, накид 2 вместе. То есть здесь у нас ничего уже не меняется. Здесь узор состоит вот эти ажурные полосы из 2 рядов. Есть ажурная полоса. Теперь здесь 2 изнаночные. Здесь у нас накид, 3 лицевые, 2 вместе. Накид, 3 лицевые, 2 вместе с уклоном вправо.
2 вместе с уклоном влево, 3 лицевые. Накид, 2 изнаночные, ажурная полоса. И в принципе точно так же вяжем остальные наши эти лепестки по вот этой вот схеме. Накид, 1, 2, 3 лицевые, 2 вместе с уклоном вправо. Две вместе с уклоном влево, 3 лицевые, накид. Надо как-то так делать, чтобы вам видно было. Так, это был третий ряд. Вот так вот. Забыла накид, 3 лицевые, поворачиваем 2 вместе с уклоном вправо, 2 вместе с уклоном влево, 3 лицевые, накид, 2 изнаночные, ажурная полоса. Изнаночный ряд вяжем как обычно. В ажурных полосах у нас узор, все остальное как лежат петли. Так, это был у нас четвертый ряд. Пятый ряд. Да, рисовала я эту схему как-то каким-то образом. Вот я сейчас здесь положу телефон. Вот видите, у меня с пятого ряда. Сейчас мы начинаем. Пошли изменения. Здесь я совместила эти два ряда в предыдущем, в третий, с предыдущей схемы. Значит, пятый ряд. Что мы делаем? 3 лицевые. Вот если вы смотрели эту схему, сравните с этой, вы поймете, в чем разница. Как бы нет промежуточного ряда между вот этими накидами. Этот промежуточный ряд я как бы здесь должен в предыдущей схеме здесь сокращение, потом в следующем ряду у нас накиды. Здесь же у нас накиды вместе с сокращением. То есть следующего ряда нет, мы перенесли в предыдущие накиды. Вот это что. Все остальное точно так же. По той же схеме, так что ничего не меняется. Единственное, что это я просто пытаюсь объяснить так, чтобы вам было понятно, что не вся схема перевернута с ног на голову. Просто единственное, что мы сделали, вот этот накид мы перенесли сейчас бы, мы его делали сейчас, да, а здесь бы ничего не провязывали. А мы его перенесли просто в третий ряд, сделали накид, а здесь сделали сокращение. Всего лишь единственное изменение. Здесь мы вяжем 1 лицевая, накид. Здесь у нас переброс. Меняем местами первая поверх второй и провязываем. Здесь не сокращаем, просто провязываем. 4 лицевые. Здесь переброс наоборот. Вторая поверх первой и провязываем. И накид последних. 1 лицевая. И далее по узору 2 изнаночных. Ажурная полоса. Здесь то же самое. Лицевая, накид, переброс. Кто не успел просмотреть. Первая поверх второй. Провязываем. 4 лицевые. Здесь вторая поверх первой,
накид на лицевую. Так, шестой ряд. Здесь у нас вяжется узор и в лепестках. Значит, 3 изнаночные. Здесь у нас по ажурной полосе все-таки есть 2 изнаночные, накид 2 вместе. 2 изнаночные, накид 2 вместе. Так, по лепестку у нас, так, это у нас 2 лицевые, 3 изнаночные, 1, 2, 3. Теперь в изнаночном ряду мы первым перебрасываем, вторая поверх первой, то есть наоборот, и провязываем изнаночные, 2 изнаночные в серединке, и теперь наоборот, первая поверх второй меняем местами и провязываем, и 3 изнаночные. Вот таким вот образом. Далее по узору. Здесь у нас только ажурная полоса и переброс, 3 лицевые, 2 изнаночные. Так, здесь 1, 2, 3, 4. Пятую, шестую, здесь помним, в лицевом ряду первая поверх второй сначала, далее вторая поверх первой, два переброса у нас сходятся, стыкуются, видите, серединки, и далее 4 лицевые, и так далее по узору. Изнаночный ряд мы вяжем здесь изнаночными петлями и начинаем с первого ряда. И вот у нас будут образовываться наши лепесточки. Вот. И таким образом продолжаем до проймы вязать. Этапе. Конечно, корявенько выглядит для начала, но потом при ВТО очень даже симпатично. Вот. Провязала я 70 рядов в высоту. Основным узором, сейчас скажу, сколько это сантиметров, пока без обработки, 36 сантиметров. Вот, и сейчас мне нужно, здесь вы можете подкорректировать длину, да, общая схема у вас уже есть, как бы, это у меня ее нет. Если хотите короче, вяжите меньше, если хотите длиннее, вяжите больше. Вот на этом этапе я добавляю петли для проймы. Для этого вот так вот поворачиваем, добавляю 4 петли, 1, 2, 3, 4, и теперь их ввязываю. Здесь они будут чулочной гладью тоже. Раз. Есть одна кромочная. Значит, здесь у нас будет теперь не 3 петли лицевой глади, а 7. То же самое мы сейчас сделаем с другой стороны. И продолжаем вязать до горловины, уже вывязывая пройму. Что удобно в этом пуловере, что пройма цельновязанная, нет, обвязка только по горловине, поэтому очень-очень комфортно.
Узора не бойтесь, он кажется на первый взгляд сложным, на самом деле он совсем не сложный. Довязываю до конца ряда и в конце лицевого ряда добавляю тоже 4 петли. Раз, два, три, четыре. И тоже сейчас у меня изнаночный ряд, я их провязываю просто изнаночными. Далее это будет лицевая гладь, которая потом будет отгибаться на отделку проймы. И сейчас просто продолжаю такие вот дополнительные петли, у меня я их вяжу. Итак, девчонки, вот после моих добавлений, вот я уже нарисовала на схемке, я провязала 32 ряда до горловины. Сейчас на данный момент это в сантиметрах, пока без обработки, это для вас ориентировочно, 19 сантиметров. Сейчас я буду делать горловину. Значит, для горловины мы первым делом, вот у нас центральная косичка, закроем вот эти вот петли. Значит, сейчас я буду считать, потому что я даже не знаю, сколько там петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Так, 42, подождите, здесь я уже закрываю, значит, 42, давайте вот это вот оставим, нам нужна там она, 43 петли, 43 петли здесь, и закрываем, таким вот способом, раз. Значит, здесь у нас 14 петель, здесь остается 43. А как так получилось? А, потом что здесь? А я думаю, вот я подловила сама себя, думаю, как так можно? 92 петли, здесь-то у нас уже, по сути, не 92, а 100, да? Да, 100 петель. Думаю, боже, что ж я натворила? Ничего не натворила, просто добавила здесь по 4 петли. Вот, поэтому у нас 100, и получается 43, 43, и 14 по центру. Сейчас мы будем вязать вот эту правую полочку. Сделаем кругленький вырез горловины и плечевой скос. Смотрела, смотрела я на модель. По поводу плечевого скоса, вот хочется, там я его не вижу, возможно, он так замаскирован, что его не видно, но хочется мне его сделать. Вы можете, конечно же, не делать, но маленький все-таки, для лучшей посадки все-таки я его сделаю, девчонки. Не буду делать укороченными рядами, чтобы не было, потому что вязание такое рыхлое, я буду закрывать петли. Поэтому у меня будет так. Так. Здесь мы сделаем классическим способом 3, 2, 1 у горловины. Сейчас будем смотреть, девчонки. Здесь я уже узор провязывать не буду, потому что у меня будут сокращения. Сокращать я буду вот этим плавным способом. Не довязываю 2 петли до конца. Поворачиваю работу. Вначале я их провязываю 2 вместе. Это одна петля сокращенная. Вторая петля сокращенная. И третья петля сокращенная. И далее вяжем уже по узору.
то есть здесь 3. Так, здесь снова я не довязываю две последние, поворачиваюсь, провязываю, теперь возвращаю их, провязываю их две вместе. И следующая. И блин, девчонки, у меня, кажется, не было видно. Вот я, как обычно, ну, в общем, я эту сторону попытаюсь снять. Вот уезжает у меня камера, хоть ты тресни, вы понимаете? Так, ладно. Следующую. Так, две петли. Ох, блин, да что ж ты, Вика, вечно? Вечно занята вязанием, а камера уезжает. Ну, ладно. Все равно есть у нас еще вторая часть. Мы ее и будем вязать. Значит, две, в смысле, я буду следить, чтобы было четко. Значит, две петли я сократила, сейчас у нас уже пойдет по одной. Несколько раз. Что за человек? Ну чё, я никак я не научусь вот это контролировать эту камеру. Забываю вся в этом, в азарте с изделия, и забываю про камеру. Вот он посмотрела, а я вижу где-то здесь мимо камеры. И все. А здесь у меня ошибка. Ладно, сейчас мы ее исправим. Посмотрите, это если вы забыли провязать в изнаночном ряду. Распускаете предыдущие как бы две петли. И в изнаночном ряду провязываете. Накид две вместе. Поворачиваетесь, и узор у вас восстановлен. Вот непонятно, о чем я думала, когда я вот это вязала. Накид у меня непонятно где. Ух. Нормально, а то уже испугалась, что я натворила дел. Так, ладно, едем дальше. Так, в конце изнаночного ряда опять же не довязываем две петли, поворачиваемся, провязываем их две вместе. И вяжем. Там мы одну сократили, вяжем по узору далее. Здесь я не буду, девчонки, вязать. Видите, уже остается у меня пару рядов. Ну, то есть пару сокращений. Значит, один раз одна петля. Мы до изнаночных петель дойдем, да и все. И все, на этом закончится наш вырез. Так, здесь последний снова в изнаночном не довязываем. Провязываем вместе. Вот еще последнюю, еще одну мы сократим, и все. В следующем ряду. Все визуально, да, все хорошо посмотрела визуально. Нравится мне или не нравится, нравится. Там я так считаю, вот как по мне, в оригинале очень такой
под горло вырез, я хочу чуть его сделать так, таким больше, чтобы не у горла он совсем был. Смотрите, последние две петли я провязываю, и далее с этой стороны наши сокращения закончены. Вот они, сейчас покажу. Вот он вырез красивый, значит 3, 2, 1, 1, два раза по одному, и получился у нас прекрасный круглый вырез. Значит, что у нас получается здесь? Вот когда мы закончили это делать, мы здесь продолжаем вязать ровно, а здесь у нас пойдет скос. Так, в изнаночном ряду мы закрываем вот эти вот для начала петли планки. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Вот они, петелечки, и вяжем ряд до конца. Значит, первым делом у нас 7 петель. Здесь мы все нормально провязываем, нормально кромочную, все положено. Лицевой ряд. Так, здесь, девчонки, вот этот вот последний как бы узор вот здесь вот я не провязываю, потому что будем закрывать петли, последние две петли узора. Опять оставляю две петли, поворачиваю, возвращаю их и провязываю вместе. Один, два, три, четыре, пять и шесть. Вот здесь мы сократили 6 петель и вяжем дальше. То есть этот скос будет небольшим, да, но он будет все-таки. Я думаю, и там он есть, просто нам не совсем видно. Вот я бы так сказала, почему-то я так думаю. Так, здесь я тоже узор сейчас уже не вяжу, я просто вяжу до конца ряда, 2 петли оставляю, то же самое повторяю, провязала 1, 2, 3, 4, 5, и 6. Здесь у нас 6 петель. Так, здесь вот что я сделаю здесь? У меня тут должно быть сокращение, как бы узор.
Я вот этот узор, скорее всего, сейчас у меня 6 петель, следующие 6, да? Я его не буду уже вязать, девчонки, или, подождите, провяжу вот эти, нет, не буду, не буду здесь сокращать, потому что пойдет уже смещение, оно нам не нужно, то есть просто вяжу лицевыми петлями, провязываю, 2 петли осталось, так. Повернула, сократила, повернула, сократила, пошла дальше сокращать все вот эти оставшиеся петли. Так, есть. Так, есть у нас скос. Вот он. Как раз достаточно, я считаю, для этой модели. Значит, здесь у нас последние 10 петель. И теперь я продублирую эту часть сюда, на эту половину. Сейчас вам покажу это все дело. Камеру наконец-то. Вот как вы меня терпите столько времени, такую безалаберную. Ну, вот такая я. Ой, так, привязываю я ниточку. Здесь я сокращение пока делать не буду, сделаю это в следующем ряду. То есть один круг я провяжу просто без ничего. То есть изнаночный и лицевой ряд до конца. Так, здесь вторую часть узора я не вяжу, 2 петли не довязываю, поворачиваю, провязываю вместе, одну петлю сократила, 2 петли сократила и 3 петли сократила. Так, это первые 3 петли. Теперь мы должны сократить 2 петли, вторую часть узора опять же я не вяжу, не довязываю 2 петли, поворачиваю, провязываю эти 2 петли, одну петлю сократила и вторую. Здесь уже мы узор не вяжем. Так, 2 петли снова я оставляю, поворачиваем и закрываю одну петлю. Все, просто я их провязываю 2 петли вместе. Так, и последний наш раз, последнее, ой, сокращение. Я провязываю 2 петли вместе и все. Теперь мы
переходим на плечевые сокращения. Наш вырез вполне себе симпатичный. Отлично. Так, теперь закрываем по вот этой вот схеме плечевые скосы. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. 7. Ну и тут вы уже знаете, да, потому что здесь уже все было видно, поэтому довязываем до конца по вот этой вот схеме. 7, 1, 2, 3 и 10. Так, что же мы делаем со спинкой? Мы вяжем спинку полностью идентично, полностью 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14 рапортов у меня здесь связано. Вот я считала отсюда. Значит, вот, и сейчас мы делаем то же самое, что на передней детали, но с одной лишь разницей. У нас будет вот это закругление, и одновременно у нас будет скос рукава. То есть здесь у нас будет 14 по центру, 3, 2, 1, 1. А здесь у нас будет все точно так же 7, 6, 6, 6 и 10. То есть дублируем переднюю деталь, но только сейчас мы совмещаем и плечевой скос, и вырез горловины. Так, для начала мы закрываем средние 14 петель. Так, я в камере или нет? Уже, наверное, и ночью буду просыпаться и думать, в камере я или уехала моя камера. Первая вот петля, и начиная со второй мы закрываем 14 петель. 1, 2, 3, 14, и все, вяжем до конца. Только вот этот вот не в этом ряду начинаем плечевой скос, а в следующем, потому что потом у нас будет немного несовпадения, хотя может и нет. Наверное и нет, девчонки, с этого ряда начинаем. Сейчас мы как раз я и проверю на моем примере и вам скажу, с этого ряда, с первого же ряда начинать боковой плечевой скос или со следующего. 4, 5, да не, с первого, девчонки. Там у нас осталось 4. Нет, 5. Нет, 4, а здесь 5 сокращений. Так что все нормально с первого. Первая цифра у нас 7, закрываем 7 петель.
Так, здесь помним, да, две петли не довязываем. И таким вот образом начинаем закрывать петли. Раз, два, три. Так, здесь я этот уже по вторую половинку ажурного раппорта не вяжу узор, а вяжу просто по узору петли. 2 не довязываю. Сейчас у меня 6 здесь. Раз, два. Здесь у нас 2, вот 2 петли мы не довязываем, второе, то есть второе сокращение это 2 петли, значит, раз и 2. Так, девчонки, здесь ошибка, здесь по 11 петель в конце мы закрываем. Начала считать и не приду к общему знаменателю, потом пересчитала 11, а я думала, что я у меня и осталось 11, думала, что ошиблась. Так, здесь накид не делаем, уже 2 вместе не провязываем. Так, поворачиваемся. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, последний раз 6 петель. Четыре, пять, 11. Тут все правильно, девчонки. Здесь должно в конце остаться 11 петель. Прошу прощения. Я, наверное, изначально неправильно посчитала, потом на плече уже не пересчитывала второй раз, понимаете? Поэтому у меня как бы и потерялась из виду, а здесь смотрю, что-то не то. Как-то не совсем оно. Начала пересчитывать петли. Ну, все правильно, не оно. Так, вот я закрываю последние 11, и все, плечико у нас готово, дублируем второе. И сейчас, что касается ВТУ, девчонки, сейчас попробую, постираю, разложу, дам высохнуть. Вот, скажу вам, какие, как бы, насколько полотно изменилось, а потом посмотрим далее. По изменениям, что будем, будем еще что-то делать, либо хватит нам стирки и сушки, увидим. Так, девчонки, я постирала. Вот она разложенная деталька, да, просто разложена. Передняя, я просто сделала эксперимент. Вернее, мне показалось, что просто постирать мало. Вот как-то приплюснуть бы вот эту вот листики. Вот попробовала подутюжить, и мне нравится больше. То есть это хлопок, 50% там, по-моему, хлопка, я уже забыла. Вот чуть-чуть. Я сейчас возьму его, просто проутюжу. Вот запомните его таким. Вот это вот постирано и высушено. Разложила, постирала, высушила, да? Но я же говорю, на мой взгляд, этого мало. И я еще раз утюжу. Хлопок не боится утюга, поэтому я вот, чтобы такое полотно было более мягкое, я его разутюжу.
Так, девчонки, разутюжила я. И мне это очень-очень-очень нравится. Вот правда, вот сейчас оно выглядит так, как я хотела. Вот прям точно, как я хотела. И эти листики, все узоры раскрылись, расцвели после разутюжки. Так что хлопок, понятное дело, разутюжку любит. Вот смотрите, лепесточки такие ровненькие. Вот эти петельки все встали на место. Все очень-очень красиво. Вот, промеряла я после обработки, как бы после стирки, глажки. Вот у меня весь комплект полный боевой был, и стирка, и утюжка, и все. Значит, в финале, после обработки, у меня 66 сантиметров в ширину, вот, в длину это 74 сантиметра, 46 сантиметров до проймы. Сама вход в рукав 25 сантиметров, и тут 3 сантиметрика это наш скос плеча. Вот такие вот по итогу размеры получились после обработки. Эту схему я еще сфотографирую и вам выложу, может, вам какую циферку вот пропишу, все хорошо, еще добавлю вам как бы фотографию этой схемы, может, вам вам что-то там не видно хорошо. Вот это я еще сделаю. Так, что теперь, девчонки? Теперь мне нужно сшить плечевые швы для того, чтобы обвязать горловинку. Вот здесь вот мне не нравятся вот эти узлы. Ну да ладно, сейчас я пока не об этом. Значит, что хорошо в этой пряже, что я буду делать? Смотрите, она у нас состоит, ее можно разделить на волокна, на отдельные ниточки. Вот. И я вот буду брать по ниточке и тоненько его сшивать, чтобы шов был максимально нежным. Вот. Я буду делать это таким вот образом. Есть у меня такая вот иголочка. Она для вязаных изделий с тупым концом и с таким вот широким ушком. И я буду сшивать. Здесь мы смотрим хорошо, совмещаем вот эти все полосы, чтобы у нас все везде совпало. Потому что это важно в этой модели. Все полосочки совмещаем. Так, одно плечико я сшила. Сейчас второе точно так же. Сейчас покажу. Я пока боковушки сшивать не буду, потому что мне все нужно проутюживать здесь. И сшиваю второе плечико. Сшила я плечики, теперь спицы. 3,5 у меня. Мне нужно набрать по горловине петелечки. Так. С плечика я начинаю. Так, что я смотрю? Значит, набирать я буду не из кромочных, чтобы не было дыр, а из как бы из петли. То есть здесь будет чуть больше, но я думаю, это не страшно. Нам нужен красивый край. Примерно из каждой петли, да не примерно, а из каждой петли по одной. То есть не больше, не меньше. Вот, видите, я набираю из петельки. Считаю.
работаю по спинке, у меня раз. Тридцать одна петля по спинке. Сейчас посмотрим по передней детали. Здесь вот по боковушкам будем чередовать, значит, 3 петли из каждого ряда и один пропускаем, то есть одну вверху и снова. Здесь уже не пропускаем, здесь у нас уже пошел спуск, поэтому мы вот тут. Я все время, видите, я смотрю и проверяю как бы визуально, если мне это нравится, немного ли, не мало ли, да, вот я еще перепроверяю визуально. Будет, конечно, чуть больше вот этот, но зато будет красиво, не будет как бы дырок. Я взяла самую короткую леску из набора, и будет удобно вязать горловинку. Так, здесь снова раз, два, 3, одну пропускаю, 1, 2, 3, одну пропускаю, 1, 2, 3. Так, и сейчас проверим, сколько здесь петель по передней детали. 52. Еще одну я доберу, это 53, чтобы парное число, количество петель у нас было 50, ну да, там у нас 31, а здесь 53, и получается у нас 84 петли всего в круговую. Теперь я один ряд вяжу изнаночными петлями. Так, вот я ряд провязала изнаночными петлями, и теперь перехожу на резинку 1 на 1 и вяжу высоту, ну, где-то 3 сантиметра, 3 сантиметра, наверное, больше не будет. Так, я провязала 8 рядов, девчонки, всего лишь. И не хочу я больше, чтобы не было сильно под горло. И вот, если вот так вот смотреть, то это 3 сантиметра. То, что я и говорила. Так, теперь что мне нужно? Я беру 3 окружности на всякий случай. Закрывать петли я буду иглой. Подробный мастер-класс, более подробно, я оставлю под видео в ссылочке. Так, вот закрыла я петли горловины. Сейчас я разутюжу эту горловинку. Стирать уже не буду саму горловинку. У меня все постирано. Разутюжу вот эти вот плечевые швы и горловинку.
Смотрите, какая красота. Любит эта пряжа утюжок. Прям любит. Такая она красивая становится. Горловинка, смотрите, какая шикарная, да? Вот красиво, правда. Вот, я сшиваю сейчас боковушечки, девчоночки, тоненькой иглой. Сошью боковые швы. То есть здесь вот, вот нам нужно сшить прямо отсюда вот этот выклинок. И боковушки сошью. Так, здесь у нас, девчонки, я ошиблась. Вот это нам сшивать не нужно. Вот когда мы доходим до этого места, мы просто вот так вот прям чуть-чуть продвигаемся вовнутрь как бы этого. Вот, буквально на сантиметр. Вот видите, я прошилась сюда. Сейчас я возвращаюсь обратно. Теперь что я делаю? Так, сейчас я вам покажу. Вот видите, я продвинулась чуть-чуть туда. То есть вот оно, не до края как бы этого, этой подгибки. Так, теперь я отгибаю на изнаночную сторону и вот здесь вот фиксирую, прошиваю как бы. Так. И вот теперь вот таким вот образом я просто подшиваю. Здесь у нас полоска лицевая. Вот за эту лицевую я и цепляю. И просто пришиваю, это наша подгибка рукава. Вот. Вот таким вот образом по кругу. Сюда, сюда. Вот все мы цепляем за вот эту вот лицевую петлю. То есть пришиваем к ней. Вот. И здесь вот тоже закончим. Вот, девчонки, я подшила и разутюжила. Смотрите, что получается. Изнутри очень аккуратненько. С лица тоже безумно аккуратно. Пряжа обалденно приятная. Все у нас в этой жизни хорошо на данном этапе. Еще один вопрос меня интересует. Вяжем рукава или не вяжем? Как думаете? Вот что вы мне скажете? Пожалуйста, напишите свое мнение. Такой вот он свободный оверсайз получился, так что не бойтесь. Даже на XL он прекрасно подойдет. Добавите, если что, добавите здесь 2-3 петли. Вот по бокам еще добавить можно. Либо вот в изнаночную гладь сюда добавьте изнаночную парочку. Ну, вообще-то он достаточно свободен. Все, девчонки, я с вами прощаюсь. Вы мне напишите, вот что делать, делаем. Будем вязать рукава, либо не будем вязать рукава и не будем заморачиваться. Все, я прощаюсь, еще на манекенчике вам покажу. С вами была Вика, школа рукоделия. Всем пока-пока.